Как тебе отдых в Седово? Кайф. Ребята, что хочу еще сказать. Здесь написано еще: осторожно, разбитая дамба, под водой камни, штыри, купаться опасно. Так что я не рекомендую этот пляж, особенно с детьми. В принципе, купаться можно для взрослых. Хотя здесь, ну, по моим ощущениям, я до дна там практически нигде не доставал. Старался. Ну, камни маленькие какие-то. Колючие. Колючие, да. Маленькие, большие там. Ну, то есть, вон, смотрите, с левой стороны разбитый пирс. Из-за этого, ну, тут и раньше такой пляж был. Это в 2012, в 2011 году. Ничего не поменялось, в принципе, за это время. Если сравнивать, к примеру, с Бердянском, Милекино, то однозначно там пляжи лучше. Ну, это хорошо, что есть с чем сравнивать. Ну, а так люди, в принципе, отдыхают, купаются. Друзья, ну вот я немного вам еще покажу цены, меню. То есть есть все в наличии. Может, сюда зайдем? Да. Положите. И пельмени есть. Угу. Друзья, ну короче, взяли мы себе покушать немного. Вот такой у нас получился обед. Борщ, картошка, две тефтели, салат, свежий компот. Ну и у Кати то же самое, только без картошки. За все мы отдали 350 рублей. Вот. Ну что, всем приятного аппетита. Ну а мы будем кушать и дальше что-то вам идти снимать. Кстати, ребята, на удивление очень вкусный борщ. Хотя он без мяса. Но с перцем. Но навар у него стопроцентный есть. Ну и так внешне как бы нравится. Находится эта столовая возле супермаркета. Прямо на центральной улице, на перекрестке. По эту сторону здесь будет супермаркет и аптека он. Ну, я думаю, вы найдете. Эта столовая здесь одна такая. Ну, кому будет интересно, я думаю, вы сюда будете заходить и питаться. 350 рублей это не сильно так и дорого. На двоих хорошо, плотно покушать. Ну, ребята, я уже поел, а вот Катя у меня немного запоздала. Доедает. Руки можно помыть. То есть все вкусно, понравилось, с удовольствием перекусили. Получается по 175 рублей с человека. Ну, комплексный обед, я так считаю. Так что сейчас я вам покажу, где это все находится. Ну, я думаю, вы поймете. Вот главный перекресток. И здесь вот домашняя кухня-столовая. Где, где? О, там можно. Ты можешь вина дернешь? Опа. Так что, давай таранки возьмем. А в какую цену у вас что здесь? Тараночка с икрой без икры. Без икры 100 рублей, 112 десяточек. С икрой все 200 и 250 десяточек. Вот это по 250, да? Ну, вот 250. А, вот это по 250. Что, возьмем такую, да? А тут все по 200. Каждая икра. Да. Угу. А давайте нам, наверное, вот такую связочку. Вот а. Это, да? Да. А? Кальмара. А кальмары почем? 100 рублей пакетик. А сколько? А это по 50, да, рублей? Да.
Давай еще в этих кальмаров возьмем. Так, сейчас. Так, возьмите. Можно туда, да? Да, можно туда положить. А вот такой балык почем? 250 килограмм. Ага. Маленький где-то до 100 рублей тянет, а большой рублей 200 где-то. Ага. Спасибо. Почем у вас? Виноград по 400 дам вам, вообще 450. Килограмм, да? Да. Вот лукошка где-то полкилограмма. Это кишмиш без косточки. Вот этот вкуснячий с косточкой, мясистый такой. Что, какой возьмем? Не знаю, какой сладкий. Вот этот. Да? Да. Ну, давайте, да? Возьмите, отличный. А это нектарины, да? Нет, это чистые персики. И в какую цену? 350 рублей. Ага. Вот такой возьмите, спелый-приспелый нектаринчик. Тоже обалденный под... манговый, тоже по такой же цене отдам вам. Ну, давайте, сколько штук? Сейчас я выберу вам хорошую. Сколько? Смотрите, 820. Это ж 4 штучки. Давай вот этот вот. Давай такого и такого. Да, да, так будем держать. Так, сколько вы сказали? Сколько? Два штуки. Два? Они маленькие, может три хоть. Не, ну, и два, один два инжира. Не, инжир не надо. Такой один, да. Сейчас я вам поставлю. Вот этот, ага. Друзья, короче, прикупились немного вкуснях. На море все-таки ж приехали. Надо ж деньги тратить. Вино по 200 рублей домашнее. Ну и остальные цены вы услышали. Уже, в принципе, время у нас 15:49. Уже базар практически там не работает. Ну, там часть. В основном он с утра. Будем выдвигаться на другой какой-то пляж. Ну и поснимаю вам центральную улицу Седова.